Так, друзья, всем привет! В этом видео я сделаю обзор трапа фирмы Алкопласт. Трап для душевой кабины. Производство Чехия. Вот тут написано Made in Чешская Республика. А почему я выбрал именно этот трап, скажу чуть позже. А пока хочу сделать такой вот небольшой обзор, показать, из чего он состоит и для чего вообще он предназначен. Так, открывая коробку, тут много серых запчастей, все это составляющие одного трапа. У данного трапа имеется вот такая вот крышечка, напоминающая крышечку от ведра. Открываем эту крышку и получаем вот такой вот резервуар для воды с выходом на 50-ю канализационную трубу. У других моделей, которые прямоугольной формы, у них выход идет на 40-ю трубу. У данной модели выход на 50, соответственно, и слив воды будет проходить намного лучше и эффективнее. Далее, для того, чтобы запах с канализации не поступал в квартиру, у данного трапа имеется вот такой вот клапан, который называется сухой-мокрый. Почему именно сухой-мокрый? Потому что когда, допустим, бывают такие ситуации, вы долго не пользуетесь душем, а на полу в душевой кабине теплый пол, и вода начинает испаряться. И для того, чтобы вот вода, испарившись, запах не попадал в квартиру, для этого есть вот такой вот клапан, который препятствует попаданию неприятных запахов из канализации прямо в квартиру. Ну, то есть в отсутствие воды вот этот клапан защитит вас от неприятных запахов. В общем, собирается он простенько. Вот так вот устанавливаем. При использовании вода, получается, попадает в вот этот отсек и утекает в канализацию. Тут даже стрелочки показаны выход. То есть, если вы установите неправильно, то уже эффективность от этого затвора будет небольшая. То есть, устанавливаем выходом на канализацию. Так вот его углубляем. И потом уже устанавливаем также вот стрелочки по стрелочке. Устанавливаем его вот в этом положении. Все. Когда пользуемся трапом, вода, получается, стекает вот сюда, в это отверстие, и уходит прямиком в канализацию. Вот так вот это выглядит изнутри. Еще раз покажу. Вот специальная уплотнительная резина, которая также препятствует попаданию воздуха и препятствует вытеканию лишней воды не оттуда, откуда нужно. Инструкция, конечно, не на русском языке, но тут в картинках все доходчиво понятно. Так, все довольно-таки вроде просто. Любой желающий, который захочет установить данный трап, может это сделать без особых усилий. Так, ну что ж, все. И теперь вот этот, допустим, наш трап установлен уже на место, уложен там, сделана гидроизоляция, стяжка, и потом нам нужно будет этот окончательный элемент уже установить на свое место. Для этого здесь есть у него уплотнительные резины, то есть подрезаем под нужный размер. До какого момента у нас доходит плитка, устанавливаем уплотнительную резину и вставляем уже наш трап. И выглядеть это будет все вот так вот. Ну, соответственно, это будет должно быть пониже и в уровень с плиткой. Ну вот, на данном этапе я заканчиваю, сейчас пойду устанавливать, и по конце видео я уже вам покажу, как выглядит этот трап, точнее, не полностью в сборе, а вот именно вот эта часть, установленная на своем месте в душевой кабине. Ну, конечно, я его еще не залью, заливать я его буду чуть позже, но на данном этапе, как установить данный трап и обзор этого видео, я вам покажу. Ну, естественно, как и обещал, расскажу, почему я выбрал именно этот трап, а не какой-нибудь другой вариант. Пошли устанавливать трап на место.
Ну что ж, вот заключительный этап монтажа трапа в душевой кабине. Я его установил, провел всю канализацию, которую нужно было провести. Вот это у нас канализация уходит дальше на инсталляцию. Так, здесь у нас на ванну, там у нас на кухне, и вот у нас здесь будет стоять трап для душа. Ну и теперь причина, по которой я предпочитаю использовать именно вот этот трап. Мне в этом трапе нравится то, что при установке окончательного элемента я могу его ставить в любом положении, как мне надо. И то есть от него уже стартует плитка. То есть захочу я поставить ее ромбиком, поставлю ее ромбиком. Захочу поставить квадратом, будет она у меня стоять квадратом. То есть это уже на мое усмотрение, так как я хочу начать укладку плитки. То есть или как плитка должна подойти к этому трапу. Вот одно из преимуществ данного трапа, несмотря на то, что он имеет сухой мокрый затвор. Я уже объяснил в начале видео причину, по которой удобен сухой затвор. И вот такая вот крышка, которая хорошо стоит на своем месте до тех пор, пока вам не нужно будет ее открыть и установить данный элемент, декоративную часть нашего трапа. Кстати, смотрите, вон видите, вон там окружность внизу. Это я прорисовал эту тарелочку, нашел центр данной кабины. И теперь смотрим сверху. Вот так вот она абсолютно точно совпадает с моим трапом, который сейчас стоит на полу. На этом видео про трап я считаю завершенным. Вот такой вот трап в моем исполнении под душевую кабину. Как он будет работать, я, естественно, вам покажу, но уже в другом видео, когда уже будет завершающий элемент. То есть все, что происходит в данной ванной комнате, с данным душевым поддоном, трапом, вы это все увидите уже в следующих видео. Так что ставим лайк, подписываемся на канал. Ну и, возможно, у вас возникнут вопросы по поводу данного трапа или какого-нибудь трапа другого. Так что смело задавайте эти вопросы в комментариях под этим видео. Также смотрите видео, которое есть на канале, которое выходит на канале. И обязательно включите колокольчик для того, чтобы не пропустить выходы новых видео. На этом у меня все. С вами был, как всегда, Ленар на канале Перестройка 116. Всем пока-пока и до новых встреч на новых видео. До свидания.